Наверняка многие уже слышали, что ЗИЛ получил от российского правительства задание рассмотреть возможность начала организации на своих мощностях сборки нового поколения российских лимузинов для первых лиц государства. И вот появились первые компьютерные рисунки нового поколения – лимузина для президента, который создал дизайнер Святослав Саакян. Лимузин не должен нравиться, то есть его дизайн не должен идти от желания понравиться потребителю. Он вообще не должен никому угождать, а быть таким, как есть, заявил Святослав. Автомобиль должен быть максимально представительным, передавая дух мощной страны, основываясь на стиле последних зиловских лимузинов, отвечающих этому требованию. Лимузин должен быть максимально комфортабельным и защищенным, при этом 100% рациональным.